Добрый день. Если вам удастся достаточно долго проработать в сетевом бизнесе, то я вас уверяю, что-что, а уж удивляться вам придется часто. Вы будете радоваться и удивляться, расстраиваться, переживать и удивляться. Слово «удивляться» – это слово, которое придется каждому опытному сетевику произносить довольно часто. Я вот не перестаю удивляться. Ну, например, таким вещам. Пришел в бизнес человек, в хорошую компанию, с хорошим продуктом, с хорошей системой работы, весь в долгах, как собака в блохах, несчастный, разбитый, раздавленный обстоятельствами, пришел в надежде что-то поменять, увидел других людей, которые преуспевают, и, засучив рукава, взялся за дело. Имеет хорошего наставника, взялся за дело, пашет как сумасшедший, работает, не покладая рук, следует всему, что говорит спонсор, что требует система, откликается на любой призыв. И начинает понимать, что он попал в правильное место. У него начинается постепенно, довольно быстро начинается рост. Вот он заработал $100, вот он заработал 1000, вот у него уже чек, вот у него уже команда, вот уже несколько тысяч у него в организации, вот он уже лидер, вот он уже в статусе, вот он уже успешен, вот он уже выступает на сцене перед экраном своего компьютера, вот он уже лидер. Вот он уже от картошки и макаронов перешел на ресторанный вариант питания. Вот он уже на машине, вот он уже что-то из себя представляет как профессиональный человек. И вдруг ты, как его спонсор, наблюдая за ним, начинаешь удивляться. Этот человек, который работает год или два, который благодаря системе и компании, и спонсорству поднялся, вдруг начинает делать что-то по-другому. Ему приходит в голову мысль, что можно попробовать как-то по-другому. То, что происходит, его почему-то уже не удовлетворяет. Если бы он, имея мозги в голове, продолжал делать то же самое, то, что у него срабатывало, он бы рос последовательно, рос, чек бы его увеличился, организация бы росла, люди бы видели, что все стабильно, что все продолжается, они бы заходили на его все более мощную позицию, и он бы все становился привлекательнее, все богаче, все успешнее, и все бы стабилизировалось. Нет. Почему-то, вызывает удивление, ему нужно попробовать, а вот может быть без этого можно обойтись. Может быть можно попробовать вот как-то по-другому. Его не удовлетворяет темп. Так ты еще год назад не знал, на что тебе ребенка кормить. А сегодня у тебя $5000 ежемесячный чек, а то и больше. Мало. Надо попробовать по-другому. И начинаются пробы, и бизнес пошел вниз. Все любые перемены приводят сразу к разрушению бизнеса. К остановке, приостановке. И это пока ты найдешь свой метод, пока ты нащупаешь, если это даже правильно, пока ты его развернешь, пока ты перенастроишь людей, пока ты... А некоторые люди, которые благодаря сетевому маркетингу поднялись, вдруг начинают думать, что можно заработать, продавая наши продукты, по-другому. То, что подвергалось критике, было установлено, что это не продается в линейном бизнесе через магазины, вдруг приходит в голову мысль, а не создать ли мне интернет-магазин, например? Что деньги есть, вложу в рекламу, поисковики, первое место в рейтинге, буду там крутиться, огромный магазин, и пусть оно все там продается. Ё-моё.
Вот глупее ничего придумать невозможно. Ты сетевик. Твоя сила в том, что ты подписываешь людей, которые используют продукт, по чуть-чуть продают родственникам, друзьям и знакомым. Только потому, что сам пользуется, сам это использует, знает, как это работает и может, между прочим, поделиться с близкими, это продается. Только по этой причине это хорошо и успешно продается. Каждый помаленьку, 2-3-4 продукта в месяц продал, какие-то денежки подзаработал, между прочим. А самое главное, строить сеть, которая использует продукт, потребляет твой товарооборот, продает помаленьку и подзарабатывает розничные деньги твои люди, твой товарооборот, и подписывает новых людей, которые покупают продукт для продажи, для личного потребления, твой товарооборот, и начинают использовать продукт, продавать продукт и набирать новых людей. И у тебя все растет, тебе работать все меньше надо будет потом, путешествовать все больше, свободы все больше, чек все больше. Нет, надо устроить себе козью жизнь, загнать себя опять в угол, остановить все. Все люди в ошарашенном состоянии скажут: лидер мой остановился, он начинает делать интернет-магазин, я тоже начну. Че я? Подписывать перестали, бизнес развалился, опять на баланде. Какой интернет-магазин? Кто купит эти продукты в магазине, да еще и в электронном виде, через интернет-возможность? Удивительно. Не перестаю удивляться. Просто не перестаю удивляться. Те принципы, которые тебя подняли, сетевые, ты их по боку и попробуй там, где ты уже был. Это болезнь. Или человек работает в компании год или два, его обошли, у него его же партнеры, его же дистрибьюторы, которых он привел, и второе, третье, четвертое поколение, уже быстрее его двигаются, у него что-то не получается, каким-то, ну, он получает какие-то деньги там, ну, тысячу какую-то жалкую долларов в месяц, ему кажется, он получает полторы, иногда две, когда другие уже 4-5 или там даже больше, а вот у него что-то не идет. И вот он весь огорченный, весь он расстроенный, весь он какой-то несчастный, забыв, что год назад он вообще жрать, ему не на что было. Он начинает подумывать, а не поискать ли мне что-то более такое подходящее. Что-то это у меня не катит, что-то у меня не идет эта тема. И он начинает, позволяет себе, не перестаю удивляться, позволяет себе от своего бизнеса, который дает ему колоссальные перспективы. У него же люди, его дистрибьюторы, стоят выше его. Это же счастье. Они теперь никуда уже не уйдут. Тебе просто нужно продолжать, и рано или поздно ты окажешься выше их снова. Нет, ему надо попробовать в другой компании. И вот он говорит так: ну здесь я тоже не буду бросать, я еще попробую вот здесь. Наступает такой момент, когда его на жизненном пути появляется какой-то человек, который ему что-то рассказывает, нам все время какие-то предложения делает, и стоит только ему запустить эту предательскую, эту дьявольскую мысль, что я просто посмотрю на другой бизнес, и он уже на двух стульях, и он уже двумя ногами, и его начинает раздирать напополам, и он уже остыл, и у него уже нет энтузиазма, и он уже смотрит на то родное, что он построил, уже другими глазами, в глазах у него уже тоска, и тут нету, и там еще ничего не началось. И тут заканчивается, а там надо с нуля снова вникать в этот новый продукт, в новые условия выплат, в новые люди, новое окружение, все по-новому, опять с нуля, опять надежды голые только. И твой весь труд, год или два, или сколько ты там проработал, весь опять в унитаз. И в конечном итоге человек оказывается опять нигде. И говорит: ну ё-моё, уже шестой раз, одно и то же, что же я делаю? А назад дороги уже нет. Уже невозможно себя снова заставить начать интенсивно работать там, где ты работал. Уже невозможно вызвать себе тот трепет, те надежды, тот энтузиазм и полную поглощенность в тот бизнес, который ты выбрал. Колоссальная ошибка. Не перестаю удивляться, почему люди, такие идиоты, делают эту ошибку раз за разом. И ничему не учатся, ничему не учатся, снова и снова делают одно и то же. Да что же это такое? Удивительно, просто, ну, невероятно, как удивительно.
Не делайте таких ошибок и других. Взялись за бизнес, долбите в одну точку до победы, если видите, что продукт срабатывает, что у вас есть личный результат, что другие добиваются хороших результатов, успехов, зарабатывают много денег, быстро растут, у тебя просто свой срок. Продолжай работать. Не дай себе сгореть на этом деле. Не позволь себя увести в другую компанию. Не позволь себя перепрыгнуть на другие методы. А особенно уйти с сетевой дороги, перестать подписывать людей и сделать себе, внушить себе или повестись на мысль, что можно подзаработать, продавая эти продукты массово, лично сам, через интернет-магазин или еще каким-то образом. Поставлю в магазины. Это сумасшествие. Желаю вам удачи.